Привет всем, друзья! Добро пожаловать в домашний влог, чисто для своих. Много всего интересного вам расскажу. Расскажу, почему я свалил со Штатов, для кого вообще Штаты. Расскажу о жизни миллионера в эмиграции. Ну и покажу, как я здесь устроился, в Варшаве. В общем, начался новый этап в моей жизни, польский этап. Переехал я с Америки в Варшаву. Вообще кидает меня жизнь. Туда-сюда кидает. Самый стабильный этап, это был киевский этап, начало моей взрослой жизни. Я считаю свою взрослую жизнь с того момента, когда я покинул родительский дом. Вот. Это были студенческие годы. И вот это был самый стабильный этап. 5 лет я прожил в общежитии. А теперь все. Ребята, забудьте о какой-то стабильности. Этот мир будет так колбасить. Потом, после киевского этапа, я переехал в Харьков, год в Харькове, потом опять вернулся в Киев на съемную квартиру. Один этап, потом купил первую свою однушку, второй этап, киевский уже этап, потом третий киевский этап, когда вернулась жена с Америки. Потом война, потом немного в Италии пожил, потом польский этап, потом грузинский этап. Потом американский этап, пожил в Штатах, в Чикаго, и вот опять польский этап. Здесь, кстати, я тоже на время. Кстати, вот сменил, видите, имидж. Ну как сменил, я не знал, уже забыл, что у меня волосы закручиваются, да, когда у меня много волос, они у меня закручиваются. Я уже забыл, как это, потому что всегда стригусь налысо, ходил всегда с сирокезом. Вот, а теперь в путешествиях, короче, зарос. Вот такую вот, в общем-то, квартиру снял, приземлился, сразу же поменял денежки, снял квартиру, все просто. Конечно же, здесь, ребята, цивилизация. Вы меня спрашиваете, как я меняю деньги? Ребята, вот, смотрите, в Польше с этим вообще нет никаких проблем, все денежки новые, все четко. Ребята, менять крипту так же просто, как и менять валюту. В общем, рассказываю, я приземлился, сразу же я покупаю сим-карточку, захожу в интернет, пишу обмен крипты Варшава. Нахожу контакты, пишу им в Телеграм: здравствуйте, можно сейчас подъехать поменять крипту? Да, приезжайте. Приезжаю, обычное окно, обычная касса, сидит девушка, перевожу ей крипту, получаю доллары. Ребята, все просто, нет никаких сложностей. Это вам не Америка, да, в Америке так нельзя. В Америке так нельзя, там нужно встречаться с человеком. Человек не местный, человек какой-то мекс. Нужно ехать на окраину города, 3 часа едешь в одну сторону. Там непонятно, с кем встречаешься, он тебя не понимает. Показываешь ему токен, токен — это купюра. Ему нужно показать код, он там идет за прилавок, в какой-то кафешке с ним встречаешься, он потом достает тебе деньги, деньги все грязные, какие-то 20-ки, 10-ки, 5-ки, нет у них 100-ок. В общем, там с криптой полный трэш. Есть у них, конечно же, обменники. Я вот видел их только в Лас-Вегасе, получается, видел обменники, но там просто конские комиссии, 10% комиссия, представляете? То есть я хочу вывести 1000 долларов, а получаю 900. Вот такие там комиссии. Короче, с криптой здесь нет никаких проблем. В общем, заехал я вот в такую вот квартиру. Тоже, ребята, на время. Наверное, месяц я здесь побуду. Дальше у меня новые горизонты. Пока еще ничего не буду говорить, потому что пока еще ничего не известно. Сколько стоит такая квартира? Я, конечно же, вам не скажу. Да скажу, я, блин, нормальный блогер. Я вообще не понимаю вот этих блогеров, которые делают обзоры, а цены вообще не говорят. В общем, 8К. Отдал я долларов за вот такой вот, видите, завод, склад. Не сильно люблю этот лофт, но квартира в самом центре. Здесь, конечно же, в Варшаве, ребята, ну я не знаю, все родное. Я просто как домой попал. Вы не представляете, я за 2 дня встретил столько подписчиков на улице, в торговом центре. Я не встречал столько подписчиков за все время жизни в Киеве. Я не знаю, здесь все наши. Я здесь вообще не слышу польскую речь. Все наши. Наша ментальность, наши вот даже улицы, наши дома, все очень похожее. Наша вкусная еда. Вы не представляете, какая в Америке невкусная еда. Там дешевая еда, они пичкают все с сахаром. И там вот колбаса сладкая. Мясо они делают сладким.
селедка там сладкая. Я себе думаю, окей, ну это у них такой вкус, да, американцам норм, но я у них спросил, вам окей вот это вот сладкое мясо? Они говорят, нет. Честно, я бы хотел бы нормальное мясо. Им тоже это не нравится. И вот как-то они там все терпят, им, короче, все ок. Вот как-то там так. Я вот, кстати, никогда не буду терпеть то, что мне не нравится. Никогда. Вот у меня есть такая вот черта. Сейчас я вам покажу одну тему. Вот, смотрите. Вот, кстати, мое рабочее место. Вот такое вот рабочее место. Не было нормального стола. В общем, соорудил себе вот такое вот место. Видите, вот, жизнь миллионера в эмиграции. Все по боксам, вот, смотрите. Флешки у меня здесь. Все, короче, по боксам, потому что все теряется. Все просто. Ноут, мышка. Коврик себе купил. Смотрите. Как вы думаете, для чего вот эта вот штука? Что это такое? Это микрофон, да? Купил себе я, в общем, это два микрофона. Вот. Отсюда я взял вот эту вот, вот этот вот держатель, так сказать. И вот здесь мне нужен был не микрофон, да, потому что вот микрофон, вот сам микрофон, он мне не нужен. Здесь мне нужен был вот этот вот держатель. И теперь смотрите. Вот смотрите, что я соорудил. Вот в такой вот дорогой квартире нету нормального душа. Я это терпеть не буду, потому что отсюда вообще две капли воды течет. А здесь нет, в общем-то, крепления. Нужно все время его держать в руке. Вот что я соорудил. От первого микрофона взял вот этот вот, видите, держатель. Он идеально подошел. И вот от второго микрофона взял тоже вот такой вот держатель. Перекрепил. И теперь нормальный душ. Жена говорит, в очередной раз понимаю, почему ты добился успеха. Вот, ребята, вот мое качество. Я никогда не буду терпеть неудобства. Рядом не было магазина сантехники, да, чтобы я купил нормальный держатель и приклеил сюда его на стену. Рядом был магазин аудиотехники и бытовой техники. И вот я купил себе вот такую вот штуку. Здесь тоже у меня вот все в одном месте. Видите, все приборы. Триммер, зарядка, в общем, расческа. Все в одном месте. Еще вам расскажу по поводу одежды. Я уже рассказывал. Расскажу более подробнее. Я вожу с собой только дорогие вещи. Ребята, я очень много вещей оставил. Вот с этой иммиграцией я в каждой стране вещи оставляю. Я вожу с собой вот только вот такие вот подарки. Вот жена подарила футболку на Гавайях. Томми Багамо, крутая футболка, мне понравилась. Ну и всякие дорогие вещи я вожу с собой. Все остальные вещи я оставил в других странах, отдал на благотворительность. В общем, я приезжаю в каждую страну и иду в Зару. Зара есть везде. Мне нравится этот магазин. Там очень крутые вещи, такие, чтобы на каждый день. И вот я в Заре покупаю черные футболки 7 штук. Черные штаны 5 штук. Черные шорты 5 штук. Я покупаю одинаковые вещи. Пользуюсь этими вещами и оставляю в этой стране. Я покупаю 50 пар одинаковых белых носков и не стираю носки. Потом еще раз покупаю. То есть... Смотрите, многие этого не понимают. Кто-то может скажет, да ну это потребительство, короче, зажрался. Смотрите, деньги для меня, вы знаете, это свобода. Деньги это свобода, деньги это польза. Только для этих двух вещей деньги. Для свободы и для пользы. А польза уже перерастает в счастье. Польза делится на две категории. Польза для окружающих, когда ты несешь пользу для окружающих, это приносит тебе счастье. И когда ты несешь пользу себе, это тоже приносит тебе счастье. Вот для чего нам деньги. Наверное, открою сейчас окно, а то темно. Здесь у нас умный дом, нажимаем кнопочку. И вот открываются ролеты. В общем, зачем я зарабатываю, да, если я не пользуюсь свободой? Зачем я буду жить так, как раньше, когда у меня не было денег, когда я был бедным? Также вот буду таскать с собой все эти вещи. Зачем? Я сейчас богат, я сейчас могу себе позволить купить вещи и оставить эти вещи. Я могу себе это позволить. Я могу себе позволить вот такую вот квартиру. Зачем мне жить так, как я жил раньше? Зачем мне тогда эти деньги, если я этими деньгами не пользуюсь, если они не приносят ни мне пользы, ни окружающим, если они счастья мне не приносят? Зачем тогда деньги? Также, кстати, поступает миллиардер Марк Цукерберг. И Маргулан, кстати, тоже мне говорил, что он тоже так поступает. Правда, вот если у Марка вот одни белые футболки, да, он не хочет париться
и думать о том, что ему одеть. Он не хочет тратить на это время. И Маргулан тоже не хочет тратить на это время. Но Маргулан сказал, вот в наших странах, да, если ты все время ходишь в одной футболке, ты их меняешь, да, но люди этого не понимают, и они думают, что ты не стираешь вещи. Вот. Поэтому Маргулан купил одинаковые футболки, но разных цветов. Вот. Короче, мне вообще пофиг. Я покупаю все черное, хожу всегда в черном. Ну вот, в быту. Да, и вообще не парюсь. Проснулся, одни штаны, одна футболка, одни штаны, одна футболка. Носки тоже я там не перебираю, вот эти вот носки. Раньше вот этот не подходит, тот в стирке, тот еще где-то. Столько было гемора. Я, блин, с этими носками тратил, не знаю, наверное, по 10 минут, потому что все разные, не могу найти, короче, пару. Вот так вот было. Сейчас вообще не парюсь. Одел, все. Выбросил, одел, выбросил. В общем, вот так вот я упростил себе жизнь. Вот для чего мне деньги. Я хочу быть свободным. Вот для чего я занимаюсь любимым делом в интернете. Потому что интернет это свобода. Взял один ноутбук. Представляете, я не привязан. Один ноутбук в Штаты поехал, на Гавайи поехал. В Польшу, в Грузию. Мотаешься по Европе с одним ноутбуком. Деньги у тебя при себе, деньги у тебя в крипте. Все с собой. И в каждой стране ты можешь как бы... комфортно жить. Так, ну и обещал вам рассказать об Америке, почему я оттуда уехал, почему я не начал там строить свою жизнь. Об этом, наверное, нужно снять, ребята, отдельное видео, потому что там очень много интересных моментов, очень много различий. В общем, рассказываю в двух словах, для кого Америка. Америка не для богатых людей. Она не для богатых людей, вот типа меня. Знаете, для кого Америка? Она либо для тех, кто хочет... выстраивать свой бизнес на весь мир. Кто хочет вещать на английском, кто хочет вот строить мировой бизнес. Кто хочет создать там компанию, мировую компанию, вот им туда, вот в Кремниевую долину, и вот там вот всем этим заниматься. Вот для таких людей Америка. И Америка для тех, кто вот в наших странах работает за копейки на обычной работе, и не может себе позволить свою квартиру, свою машину. Вот они переезжают в Америку и там за пару месяцев уже себе покупают и машины, и квартиры. Правда, живут всю жизнь в кредите. Вот для кого Америка. Но если ты вот миллионер, ты приезжаешь туда и там дорого, ты там нифига не миллионер, и там самый худший сервис в мире. Да, ребята, самый худший сервис в мире это в Америке. И там ты за огромные деньги получаешь в 10 раз меньше, чем здесь. Там нет вот таких вот квартир крутых. Там этого, ребята, нет. Там все очень дорого и все очень низкого как бы качества. И ты себе такой думаешь, нафига я буду за это все платить? Я у себя в стране, блин, жил как король. Там ты не будешь жить как король. Там ты никто. Смотрите, объясню. На одном таком простом примере, чтобы вы меня поняли. Вот у нас я имею в виду на европейском континенте, на азиатском континенте, да, можно снять 5-звездочный отель за $500 в сутки, и там будет все. Там будет завтрак включен, там в отеле будет халат, тапочки, там будет доставка еды из ресторана в номер. Бассейн там будет, в общем, там будет все. В Америке ты снимаешь 5-звездочный отель за $1200, и там нет ничего, там нету сервиса. Завтраки там не включены, они там есть, но тебе нужно спуститься и забрать с собой в каких-то упакованных боксах. Там нету тапок, нету халатов, там ресторан работает только 4 дня. Понедельник, вторник, среда, он закрыт. Ты вообще не понимаешь, как это так. И тебе нужно заказывать еду вот, ну, короче, через курьера, да, вот как у нас, через Глова, там Дурдаш. Там нужно заказывать какие-то бургеры в коробках. Потому что вот 3 дня почему-то не работает у них ресторан. Вот такие вот у них там правила. Там нету Apple Pay, ты не можешь расплатиться телефоном, а у меня нету пластиковых карт, потому что они у меня позаканчивались. И я себе в онлайн-банке сгенерировал карты, привязал их к Apple Pay, и вот так вот расплачиваюсь. Но в Америке я не смог заплатить Apple Pay, потому что они не знают, что это такое в 5-звездочном отеле, и не принимают наличку. И я там через брокера вывожу, кидаю своей жене, кучу каких-то схем делаю, чтобы оплатить
этот 5-звездочный отель. Вот такой там, ребята, сервис. Представляете? А тут, да, за 500 баксов ты все получишь. Вот в двух словах вам Америка. И, ребята, я не говорю за какие-то, опять же, там, трех, там, четырехзвездочные отели где-то там в глубинке, не знаю, Америки. Это 5-звездочный отель в Лас-Вегасе, блин, в Лас-Вегасе. И он зовет менеджера и говорит: а что такое Apple Pay? Тут человек хочет телефоном расплатиться, как это так? Представляете? Нам говорили, что Америка впереди планеты всей, что Америка опережает нас там на 100 лет. Да она не дотягивает до нас, не дотягивает. Вот я поехал в Америку и убедился. Ребята, я полмира объездил. Я был и в Лондоне, и в Дубае, и в Париже, и везде. И в Пекине. И самый худший сервис в Америке. Технологий в Америке нету. Какая крипта? Какое вообще будущее? Какие оплаты через телефон, через кольца, через часы? Нет, они об этом не слышали. Да, в больших городах типа Нью-Йорка более-менее все нормально. Конечно же, там есть Apple Pay, и то не везде, не везде. Но в других городах, там вот Сан-Франциско, Лос-Анджелес, это же крутые города. Лас-Вегас. Вот там проблемы капец с этим. Там, где Кремниевая долина рядом, там с этим проблемы. Представляете? Вот очень странно, да? Ребята, очень много мифов разрушилось об Америке, да? Америка реально устаревает, очень сильно устаревает. Да, может быть, там, не знаю, 50 лет назад это была топовая страна, но сейчас ей очень далеко до Дубая, до наших стран. Ей очень далеко, поверьте, очень далеко. Технологии там на очень низком уровне, на очень низком уровне. Очень странно, да, я понимаю, я сам офигел, я сам, блин, офигел. И я вот рассказываю это людям, они тоже офигевают, они вообще не понимают, да как так, мы думали, что Америка, да, ребята, я тоже так думал. Плюс финансовая система, кредитная финансовая система вообще не соответствует моей философии, ребята, вообще не соответствует. Там 80% населения живут, только вдумайтесь, с отрицательным балансом, с отрицательным балансом, все время они в минусах, в кредитах, они все время в минусах, представляете? И там вот они за этот кредитный рейтинг, за эту кредитную историю, вот там это важно, вообще не по моей философии. Да, есть определенные плюсы, есть минусы. В общем, там столько, ребята, различий. Это вообще, не знаю, другая вселенная. Это другая вселенная, и они по-другому выстроили свою систему. Они так выстроили систему, что вот в экономическом плане, да, они будут топовыми. Потому что там... Люди работают как бы на государство очень сильно, а у нас вот это все петляется, короче, у государства воруют, и поэтому вот у нас так, у них так. В общем, там у них есть много своих интересных моментов, нужно проводить параллели, там мега-мега интересно, у них все устроено, и вот почему они по уровню счастья выше. Да, там вот очень все настолько, я не знаю, как это сказать, очень хитро они все устроили. Очень, не знаю, ну как бы сказать, умно правительство это все выстроило таким образом, что как бы и люди довольны, и живут как бы лучше, и на государство работают. Очень круто у них все это выстроено. У нас далеко до этого, да, у нас есть свобода, но люди несчастливы в этой свободе. Вот как-то у нас так. В общем, ребята, я об этом всем буду писать в Телеграме. Вообще подписывайтесь на мой Телеграм, первая ссылка в описании, лучший Телеграм-канал по финансам, по обучению, там очень много крутых постов мы последнее время выкладываем. И, ребята, в первую очередь вся информация появляется в Телеграме, потом уже она появляется в Инстаграме, потом я уже делаю какие-то видео на YouTube, все будет появляться всегда в первую очередь в Телеграме, так что следите. Вот все акции, все мои какие-то самые новые проекты, они будут появляться там. Изначально я буду все презентовать только в Телеграме. В общем, подписывайтесь, первая ссылка в описании. Вот, кстати, идет крутейшая акция для тех, у кого еще нет аккаунта на бирже Binance. Если вы успеете, ребята, залетайте. В общем, Binance каждому при регистрации дает $5, и их сразу же можно вывести. Сразу же можно вывести, в общем, всем они дарят по $5. Но количество мест ограничено. В общем, там нужно зарегистрироваться, пройти верификацию и просто забрать $5. Все. Все, всем раздают по $5, так что поторопитесь. Не знаю, или вы успеете. В общем, там очень мало мест.
осталось. Дальше. А, конкурсы, да. Кто не в курсе, я запустил в Телеграме пожизненный еженедельный розыгрыш. Каждую неделю, каждый четверг я разыгрываю $77. А в пятницу, да, через день вы уже получаете эти деньги на свой криптовалютный кошелек. Каждую неделю по четвергам в Телеграме я разыгрываю $77. Дальше еще есть у меня интересный проект. В общем, вот, да, я хочу это все презентовать также для ребят из открытого канала, да. Я презентовал это в закрытом канале. Вот, тоже это вся информация по поводу вот этой методики, она появится только вот в Телеграм-канале, так что не пропустите, следите, подписывайтесь, первая ссылка в описании. А также у нас есть и поддержка общая, да, вы можете писать по любым вопросам в нашу поддержку, по любым вопросам пишите, отвечаем всем в течение суток, ссылку я оставляю в описании и в закрепленном комментарии. Дальше. Самый лучший курс по криптовалюте у нас в закрытом канале. Самый, ребята, лучший практический курс по заработку на DeFi. Курс по биткоину. У нас много крутейших материалов. Блин, я вот посмотрел, да, сколько стоят закрытые клубы, да, у других ребят. Я просто офигел. У меня пожизненный доступ $444 на все время. У нас и чаты есть, и сигналы, и чаты по городам, и курсы, самый лучший курс. И это все $444. А вот смотрите, сколько у ребят. Вот смотрите, наткнулся на ребят из про блокчейна. И вот смотрите, какие у них тарифы. Вот, $990 на 12 месяцев, 1200 единомышленников, актуальная информация сделок, исследования, готовые работающие инвест-стратегии. $990 на 12 месяцев, красавчики, ребята, да, вот это они ценят свою работу. Смотрите, 2900, VIP Hunters, 5000, $20,000 навсегда, может и мне поднять ценник, да, $20,000 навсегда. 6 консультаций в год. Красавчики, да, ребята, ценят свою работу, получается. А у меня $444. Мы лучший курс запустили по крипте. Один курс, блин, стоит. Вы видели, сколько курсы сейчас крутые по крипте стоят? А у нас, да, все в одном месте. И доступ пожизненный. А кто-то, кстати, еще несколько лет назад покупал доступ в закрытый канал по $150. И он сейчас имеет доступ ко всем новым материалам, ко всем новым курсам, которые добавляются. Вот такую я тему сделал. Так что у меня крутейший продукт. Я буду об этом говорить, я буду об этом кричать, я буду его рекламировать, потому что это мой продукт, потому что это реально самый лучший продукт на рынке. Вступайте, вторая ссылка в описании. Вот такая вот реклама. Видите, своя реклама. У меня нету рекламы. Как выстраивать бизнес, да, я уже объяснял. Не берите чужую рекламу. Рекламируйте свои проекты. Создайте ценность людям и рекламируйте свой проект. Зачем вам рекламировать чужие проекты, брать какую-то непонятную рекламу, потом у вас будет страдать репутация. Рекламируйте свой продукт, вы за него отвечаете, вы знаете, что там все четко. Вот опять же, моя философия по выстраиванию бизнеса. Так, что еще из нового? Мы, кстати, в этом году, я думаю, запустим школу. Туда соберем все наши курсы. Вот все наши курсы будут в одном месте. Это для тех, кто не может позволить себе закрытый канал, но хочет иметь доступ к нашим закрытым материалам. Вот мы возьмем, соберем все наши материалы в одном месте. Ценник будет там низкий, но пожизненного доступа, конечно же, не будет. Будет тоже там на полгода, на год, наверное. Вот. Но мы соберем вот все материалы в одном месте. Так, что еще? Много, конечно же, планов на этот год по поводу встреч. По поводу встреч вот в Варшаве. Здесь капец, как много наших. Буду делать встречи и с подписчиками, и с ребятами из закрытого канала. Немного я здесь освоюсь. Мне еще нужно, не знаю, наверное, месяца два, потому что вот эти месяцы у меня будут очень такие, ой, напряженные. Вот, а потом уже хочу, знаете, хочу уже немного пожить без путешествий. Больше хочу уделить времени общению с ребятами, больше хочу уделить время новым знакомствам, потому что в этом большая сила. Все, друзья, на этом заканчиваю. Заканчиваю благодарностью. Спасибо вам огромное за поддержку, за просмотр. Спасибо жизнь за то, что такая интересная и насыщенная. Спасибо, Варшава. Спасибо, квартира, спасибо, спасибо, денежки. Спасибо, денежки, спасибо, спасибо, водичка, спасибо. Мой старенький 12-й iPhone. Спасибо тебе, жизнь. Всех люблю, целую, ребята, до новых встреч, пока.
Обязательно поставьте лайк этому видео, пишите комменты.